Здравствуйте, меня зовут Александр, вы на канале DP-Labs, и я готов показать результат нашей работы за прошедшие полторы недели. Я занимался проводкой и светом, вот можно посмотреть, висят красиво лампы. Я растянул троса, повесил все светильники, проводку на розетки, сами розетки установил и все это свел вот в щиток. На это у меня ушло примерно 7 рабочих дней. Здесь 50 ламп общей мощностью 1,7 кВт, яркостью 150 тысяч люмен. Пока я занимался проводкой и светом, Алексей сварил все столы, которые мы планировали. Получилась надежная конструкция из 60-й трубы профильной. Надежно закреплена анкерами к полу, к стенам. Можно продуктивно работать, ничто не будет трястись, шататься. Хочу еще отдельно рассказать про люстру, которую я хочу повесить. Достал из, наконец-то, коробок, распаковал свой старый дрон. Вот, это съемочный дрон, на котором стояла камера, и мы на него много снимали, а потом в процессе под проект переделали в LED-дрон. То есть тут 24 светодиода, по-моему, 110 тысяч люмен. На полную мощность использовать не буду, хочу повесить, чтобы был такой чисто точечный источник света над каким-нибудь столом рабочим. Это дрон тоже моей разработки. Я его сделал, по-моему, лет 7 назад. 4 года он очень активно эксплуатировался для съемок фильмов, клипов, как съемочный дрон. Потом под другой проект был переделан в LED-дрон и 3 года просто лежал на полке. Вот сейчас я его откопал и решил, чтобы не пылился, хотя бы пусть какую-то функцию выполняет. Я его разгонял до скорости примерно 140 км в час, летал при ветре 40 метров в секунду. Он ни разу меня не подводил. В полете дрон питался от батарей. Здесь я, чтобы его запитать стационарно, вот вообще по беспределу использовал блоки питания, которые у меня были, подключил их последовательно, параллельно, чтобы набрать нужный вольтаж и мощность. Подключу мультиметр, чтобы подстроить диоды, чтобы они не перегревались, потому что они рассчитаны под работу под пропеллером, который создают очень хороший обдув. Теперь люстра висит на своем месте. Это порядка 7% от максимального свечения. Thousands of tears later. Меня сегодня застали на моменте, когда мы уже смонтировали все столы, положили столешницы из фанеры. Вот, я закончил всю шлифовку, скругление всех острых краев. И сейчас вот занимаюсь маркировкой. Нашел вот такой вот гравер у Дмитрия Павловича на заводе и решил его использовать. Вот вчера буквально его вечером привез и долго разбирался с родным софтом. По ощущениям, родную программу писал пьяный китаец, потому что я в течение 2 часов пытался сделать, ну, добиться какого-то приемлемого результата. Вот это вот тестовая доска, на которой я пытался подобрать все режимы. Но тут даже дело не в режимах, а в том, что родной софт коряво генерирует G-код, потому что он не хотел загружать векторы и делал трассировку прям вот с растерового изображения. Получалась херня. Я решил использовать софт для фрезерного станка. Вот, посмотрел G-код, который использует этот станок. Написал с нормальных векторов нормальную управляющую программу. И потом просто в текстовом файле поменял опускание, поднимание фрезы на включение-выключение лазера. Все станки работают на одном языке, так называемый G-код. Это просто набор координат с определенной пунктуацией, по которым перемещается либо режущий инструмент, либо лазерный излучатель. Мне нужно, чтобы сделать побольше вынос, чтобы логотип был ближе к краю станка. Нужно небольшой упор, чтобы дальше выдвинуть станок. Я вот использовал, у меня куча обрезков трубы,
60-й, и сломанные магниты с двигателя самоката. Оборачиваю в наждачную бумагу, чтобы они не скользили. Крепить я буду вот сюда. Так, сейчас берем трубу и примагничиваем. С помощью специально обученного уголка делаем все это дело в уровень со столом. Сам каркас алюминиевый, очень легкий. Весит, не знаю, наверное, килограмма полтора. Я хочу логотип сделать, получается, в правом нижнем углу, и мне нужно сделать отступ, чтобы головка не уперлась в край станка. Я просто знаю ширину логотипа, и мне нужно вот поставить чуть-чуть запасов на миллиметрик. Блок питания, компрессор – это весь комплект. Как удобно, когда везде розетки есть. Так, вот у нас менюшка. Готовы все столы, уже есть у них фанера, осталось только ее покрыть эпоксидной смолой. Я хочу взять бесцветную эпоксидную смолу, пропитать фанеру, чтобы оставить цвет натурального дерева, мне нравится. Свет полностью весь готов, розетки все подключены. Даже пневматику всю растянул, воздух практически на каждом столбе. Станки уже все подключены. Там можно обойти с другой стороны, посмотреть, как это все реализовано. Вот, сделали вот такие вот замечательные столы. Это вот здесь такой вот верстак. Он будет стоять вдоль стены. Пистолет обдувочный и на тот, и на этот станок всегда под рукой и, в принципе, не мешает. Систему охлаждения решил сделать из емкостей, которые были под рукой. Здесь вот как раз хочу все инструменты развесить на стены. То есть здесь, в той комнате тоже, чтобы можно было каждый инструмент обвести маркером, и в конце рабочего дня можно было просто посмотреть, где чего не хватает, и положить все на свои места. Потому что, когда все лежит не на своих местах, очень много времени тратится на поиск нужного инструмента. У нас довольно много поликарбоната бесхозного практически. Решили его использовать. Здесь проход по размерам как раз погрузчика, если что-то нужно сюда завести. Вот. И дверь, честно, не знаю, наверное, просто плотный полиэтилен сделаю в виде шторок. Вот, надеюсь, это спасет от пыли. Вот здесь получились довольно классные столешницы. Правда, пол очень кривой, и они идеально в уровень стоят. Но здесь высота столешницы практически 1,10 м. Вот, но мне с моим ростом на самом деле удобно. Здесь столешница уже чуть выше пояса. Я вообще не люблю, когда мебель шатается, а тут все прям надежно, анкера вбиты, все приварено к стене прям намертво. Можно уверенно делать все, что хочется. Компьютерные столы сделали по принципу элементарной парты. Просто две половины соединены между собой фанерой. Фанера выступает в роли ребер жесткости. Осталось покрасить стены. Мы купили электрический пульверизатор, я не знаю, как эта штука называется. Краскопульт электрический. Не на правах рекламы. Стоит 3000 рублей. По идее, как раз вот, надеюсь, ресурса хватит, чтобы покрасить все стены. Просто, дешево и максимально быстро. Была задача в кратчайшие сроки просто запустить наконец-то производство. 2 weeks later.
Ну что, уже четвертая неделя идет, а я все еще занимаюсь стройкой. Честно, думал, что будет значительно быстрее, но, как обычно бывает, что все предусмотреть невозможно. Оказалось, что тут слишком холодно и влажно для смолы. Я пропитал все столешницы и думал, уже получится все это дело зашкурить, но она сохнет. Сохнет, и пока еще липкая. Не знаю, я в понедельник ее залил, сегодня среда. Вот, надеюсь, завтра ее можно будет уже шлифовать. Ну вот эту столешницу я первую заливал, попробовал ее зашлифовать. Вот, в принципе, получается, но смола еще не до конца застыла, налипает немного. Но там вот где получилось, прям реально композит. Очень гладко, и следов, по крайней мере, ногтем бы оставить не получится. Стройка. Пол пропылесошу и просто пропитаю жидким стеклом, потому что с асфальтом я искренне не знаю, что можно сделать. Тут выравнивать пол, тут, наверное, тонны 4 надо смеси заливать, чтобы он был горизонтальный. Так что просто сделаю, чтобы грязи было меньше. Я решил все, что под столешницами, прям полностью покрасить в черный цвет, чтобы это не выделялось, чтобы визуально скрыть все вот эти вот трубы. А сами трубы покрыть флуоресцентным лаком, чтобы они светились в ультрафиолете. A lot of boring math later. Я наконец-то закончил стройку и готов рассказать, чем я вообще занимаюсь, на каком у меня там все этапе и каким контентом я буду радовать дальше подписчиков канала. Пойдемте, покажу. Та-да! Я вот сделал нормальные столы, где можно поставить все там самокаты, разложить запчасти. На этом столе это первый самокат, который я вообще сделал. Вот, он был продан, а сейчас, спустя вот несколько лет, приехал на техобслуживание. Да, здесь еще не обработаны детали, то есть тут что-то только после фрезеровки. Вот, тут мы экспериментировали с галтовкой. Вот это уже готовые детали, полированные, они завернуты в пленку, чтобы не поцарапались. Вот здесь детали чисто после фрезеровки. Первый самокат я же не показал еще, который прототип версии 2.0. Вот, он проехал, по-моему, 7000 с копейками, и я сейчас хочу на него поставить новый двигатель. Все, короче, закончили этот ремонт, можно наконец-то выкинуть эту одежду, купить себе нормальный красивый костюм, сходить в парикмахерскую и начать пилить самокаты.